Хей, hey, окей, с вами Шмики, мы продолжаем родить игру под названием Borderlands 2. Я прибыл, получается, в убежище. Мы были с вами в главном логове Джека. Теперь же нам нужно поздавать задание и считать все. Так, давайте сначала отправимся к железяке. Поговорим с железякой, пойдем Мордека отдадим задание, выпивку, чтобы получить снайперку. Интересно, как она будет. Хорошая или плохая. Но эту снайперку я точно буду продавать, либо что-то типа с ней делать. Потому что это жопа. Бежим, бежим, бежим. Скмок здесь все равно еще. А это не ты. Наверх. Пец у него дышка, я манал. Обсуждению это не подлежит, точка. Ну, смотри, улучшает время восстановления. Так, в ближнем бою урон улучшает время восстановления навыка. Лучше, конечно, это. Оу. Ну что же, время пришло. Лилит, Мордекай, вы защищаете город. Лилит, прикрывай нас с воздуха, а я лезу по скале в центр управления. Вопросы есть? А почему меня не берешь? Я хочу посчитаться с Гиперионом за Кровокрыло. И ты это сделаешь. Но сейчас я хочу, чтобы ты защищал убежище на тот случай, если я попаду в ловушку. Мордекай, у тебя еще будет возможность отомстить. Клянусь, ловлю тебя на слове. Искатель, у нас есть шанс украсть ключ от хранилища и помешать Драку добраться до Бойна. От тебя требуется всего-то преодолеть силовое поле, которое расщепит тебя на атомы, уничтожить бункер, в котором оружия хватит на несколько армий, а затем открыть дверь, которую открыть в принципе невозможно. Скорее всего, так где-то он. Это он пытается сказать, что все мы умрем. Пришло время поднять железяку в 1000 порезов. Он должен вывести из строя силовое поле. Не жалейте их, ребят. Это будет ништяк! Подожди, мне нужно... Когда я пьяный, я стреляю лучше... Такое... 50-50... А, все равно сдам ему задание. Погнали теперь там, где ангел, там, где этот. С железякой поговорим. И отправимся в этот. Далее с вами. К Моксе как раз... Убедить железяку отправиться в 1000 порезов будет нелегко. Хорошо. Идем в 1000 порезов! А может и нет. Я беру тебя к себе на службу, а после этого ангел вдруг нападает на убежище. Ты что, не догоняешь? Джек меня преследует. И теперь я хочу нанести ответный удар. Встретимся в 1000 порезов. Эй, железяк, может А, он в инвиз вошел, я понял. Так, все, осталось к Мокси. Походу в 1000 порезов мы отправляемся, и это не то, что мне нужно. Лэмбридж. Нам нужно отправиться в Лэмбридж будет сейчас. Так, посмотрим. А сколько мне этих? Блять. Опа, о. Либо покупай, либо вали отсюда. Не спеши назад. Так, теперь с тобой, Мокси. Нет ничего лучше маленькой мести, чтобы скрасить. Повезет. Ну вот такое. По 500 чем-то теперь? Нихера себе. Короче, я понял, у меня деньги здесь в процентах забирают. За кручение джекпотиков. Эх, ладно. Плевать. Побежали тогда в этот. Сейчас пойдем в Линч. Вот у нас там как раз с вами по дохера заданий. Так, посмотреть по орудиям. Фирма какая, можно узнать? Ага, Дахл. И тот, блядь, Дахл. А у тебя? Джакобс. Давайте Джакобса лучше. Я понимаю, что там...
А, так я тебя не продал. Фу, ё-моё. Или этот просто... Не, это другая. Здесь урона побольше будет. Так, ладно, магазинчик. И телепортнемся. Сейчас нужно еще прокачаться. Блин, еще немного, я вот это начну прокачивать. Мы с вами живущий ветеран. Тихо. Или купите эту снайперку. А, ну тут смотрите. Это другой. 584. 584. И не хочу. Ладно, поехали. Продать. Дать. Дать. Сколько оставить? Вот это вот не знаю. Так, увеличит емкость магазина для снайперской винтовки, да? Ну я не знаю, тут 600 брони. Скорость. Ну, хп меньше, видите, уходит. Давайте. Или не надо. Вероятность уничтожения. Высокая емкость снижает. Так, мы с... не хочу. Нет, продаем. Продаем это и продаем вот это. Остается у нас маска. Одеваем ее, идем сейчас посмотрим, как она выглядит. И отправляемся в Липруч. Гильбрич. Линбрич. А. Ястреб. Линвуч. Осталось посмотреть, где что находится по карте, чтобы быстрее... Ну, где, куда мне выгоднее пробежать. Так, эта миссия здесь находится. Это самое ближе. Это у нас, кажется, убийство, да? Да. Это, кажется, с хавчиком. Самое ближнее это вот это. Я хочу сделать три вещи. Первое, завалить шерифа. Второе, взорвать что-нибудь. Третье, забрать бабло. Значит, взорвать банк шерифа — работа моей мечты. Отправляйся к банку и разузнай, что к чему. А вот и банк. Ты у хранилища. Попробуй его открыть. Как его открыть? Добро пожаловать в Линчвуд. Я тебя вырву на попа! Замяч. Давайте вот так, оп! И проникнем. Тебе не сбежать, наёбки! Замечу, что все равно как бы урон почти 600, но он слабенький. Ой-ой-ой-ой-ой. Я лучше взрывным все сделаю. Черт, я знал, что это будет непросто. Похоже, эти стены сделаны из поликритена. Его только желчь скака пронес. У меня есть идея. Нам нужна бомба, покрытая желчью скака. Так, это может показаться странным. Но послушай меня, найди слабительное. Я лучше снайпер, куда здесь? Да. Ну блин, ну ты, вы надоели. Раз у тебя есть слабительное, пора искать взрывчатку. Ничего, так фразочка. В общем, здесь в округе ошивается бандит по кличке Бешеный Пес. Сукиному сыну нравилось закидывать динамитом моих мясников, когда они заглядывали в город. Прикончи его и возьми его хлопушки. Добро. Так, если не ошибаюсь, сюда мне как раз есть еще одна миссия. Это в той стороне.
Вот это, да? Ой, идите в сраку, короче, я понял, вы слишком жесткие. Хватит там пилить! Что за погибель? Прикольно смотрится. Так что если вы увидите, что кто-то болтается в пиле, то нужно прыгать ногами. Так. Это ж... Посмотрите, здесь... Где я там только что сложность увидел? До хера. Показалось, наверное. Так, добраться, захватить радиональный поезд. Так, не, давайте тогда... Ограбление банка. С этим разберемся, потом все сделаем дальше. Дрезину с бомбой. Закрой дверь в конце путей до того, как бомба доедет до нее. Я понял, все, нужно к Брику возвращаться. Побежали, побежали, побежали. Блин, это просто начерчено. Тихо. Один из моих лесников настроил детонатор для бомбы на дрезине. Доберись до... Как раз туда мне нужно. Я расскажу тебе кое-что о Брике. Мы схватили его, когда пала новая галактика. Он не выдал своих друзей, но его щенок. Такая мелкая коричневая тварь. Только я взяла его за шею, как Брик устроил истерику. Так рыдал, что хруста костей не было слышно. Именно рыдал. Девчонка. Так, тихо, тихо, тихо. Давай, да, да, да. Сюда, сюда. Детонатор, пока она не окажется прямо над поездом шерифа. Вот так, блин. Готово. Скажешь, когда сможешь пойти на следующее дело. Ну что сказать? Это досадно. Город наполовину зависит от людей в шах. Что ж, придется опять вам должно. Что? Знаете, как вывести меня из себя? Говорят, когда Брик сбежал, он выследил того парня, который сдал новую гавань Турион. Некий Шеп Самсон. Бедняга Шеп просил о пощаде, но Брик пальцами выдавил ему глаза и раздавил его череп, как... Так, тихо. Погибель. Не то. Спасение. Тоже не то уже. Банк. После этого твой друг Роланд вышвырнул его из убежища. Вы, искатели хранилища, думаете, что отличаетесь от бандита. Но на самом деле разницы нет. Тихо, малой. Я вас так.
А, я думаю, кто мою броню ворует? Вон, оказывается, кто ее ворует. У нас есть материалы для желчной бомбы. Теперь сходи, установи ее у логова Скага. Взрывчатка? Это будет... Лого, ага, все. Так, мне немного магазин нужен. Мне уже этого не хватает. Патронов. О! Челики на этих. А, я понял. А у меня нету активки. Влево, 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 вправо. Влево, 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 вправо. До угла добежать! Ну-ка. Тихо, бежим. Ну сейчас очень такое сложно происходит. Теперь на ваш ее сломить. Он заглотил ее. К счастью, скаги жрут и срут через одну дырку, так что ждать долго не придется. Иди за ним и забери бомбу, когда он ее срубит. Так. Порыться в скаговском чё-то там. Где? Он вырыгал уже? Да, вижу. Вуаля! Бомба с желчью скага для ограбления банка. Прикольно. Просто брось её в стену банка и жди взрыва. Хорошо, давайте тогда на обход сразу пробежим здесь до конца. Вперед, вперед. Типа я крюк, да, делаю? А, еще есть что-то? Так, это бандиты. Это все в той стороне. Погибель. Все в той стороне. Значит, все-таки банк мне нужен сейчас. Бежим, 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 бежим. Турель на поле боя. Тихо, все, валим, валим. Я не хочу с ними сражаться. Нахер надо. Чао, ливидерчи. Так, за мной, кажется, погоня, да? Не, уже нету. Уже нету. Так, прибыл. Говорит шериф. Еще раз напоминаю, зовите всех своих друзей бандитов и кричу. Если вы все соберетесь в одном месте, вы мне здорово облегчите работу. Лучше тащи отсюда свой... Бум, новый облик игрока. Не, ну пистолет жесткий очень.
бэм, 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 бэм. Что еще? Ага. Деньги у тебя? Да. Теперь прочь из города, пока шериф не натравил на тебя свою свору. Куда? Да что, обратно, типа? Подожди. Выбраться из города. Давай тогда сразу другие выполню. А, нет, тут есть, сначала закупиться. Закуплюсь и пойдем дальше. Выбраться из города я всегда успею. Выбраться я всегда успею. Так. Ну, вы сами видите, что пистолет пока самый жесткий. Там столько урона с него, что он может любого. Он и роботов разносит, и людей разносит. Ему ничего не помеха. Говорит шериф. Ты здесь, а это может означать две вещи. Либо ты ищешь тихой, спокойной жизни, либо тебе предстоит близкое знакомство с моей. Почему он упал? Учитывая, как тут скучно, я надеюсь на второй вариант. Добро пожаловать в лифт. Это вот так. Еще 50-ку надо убить. Ритька. Тебе не кажется, что мы кормим Скага останками его сородичей? Это реально странно. Что тебе кажется? Это новая полноценная еда, тебе кажется. Скутер. Здесь туалет. Напоминаю, ребята, если на моих снимать вот тут. Ну а там гоните. Еще потому, что это прикольно смотрится. Так что если вы увидите, что кто-то болтается в петле, судорожно дрыгая ногами, проходите. Я вас сдам! Все, бежим дальше. Тихо. Так, тебя сейчас грохнем одним выстрелом. А не, ты элитный оказывается у нас. Я ошибался на твой счет. Так, бежим, 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 бежим. А, у меня это, да, быстро заканчивается, как я вижу. Турель на поле боя. У меня есть то, что тебе нужно. Все. Так, следующее. Погибель. Здесь же. Вы глаза? Можете проверить сами. Вы знаете, где меня найти. Может, мне нужно спуститься и её грохнуть? Походу, да. Погнали за ней. Взять эхо... А, гора. Ладно, давайте сюда. А, это и плюс вверх. Туалет. Тихо. Что, погнали?
Не будем тратить ни секунды. Просто побежим прямо. Они пока будут стрелять, меня вот так обходить, я вот так пробегу. Изи, изи, релток. Надо было избавиться от нее. Просто продолжай бежать. Я не хочу. Да-да. Взрыв разносит все живое. Я ж в руку тебе стрельнул. Так, все, найти погибель на кладбище. Где это кладбище? Ясно. Кладбище найдено. Не буду с помощью других орудий убивать, только с помощью этого буду убивать. Вот там что лежит. А, унитаз. Так, ладненько. Отправляемся на кладбище, пока есть время еще. Черт возьми, хватит уже грабить шахты. Иридий, сырье номер один для Гипериона. Если вы покуситесь на шахтеров или на их оборудование, шериф явится за вами. Не провоцируйте ее. Давай, без задышки. Нам до конца еще нужно этих убить. В смысле я тебя не убил? Офигел? Перезарядиться. Я чтобы слышу, было. Что в моем городе орудует убийцы. Если ты меня так, это не считается. Всегда хотела сразиться с... А, мне туда, да, нужно? Я понял, там что-то будет. Давайте тогда задание сейчас выполню. Потом сюда прибежим. Жесть, Эриди. Реши, реши, реши. Давай, давай, там немножко там пробежаться, только осталось до хера. Не суть. Не суть. Нам нужно все равно еще сотку убить врагов. Нам деваться некуда. Воу-воу-воу-воу. А здесь я все автоматом просто бэм, и все сдох. И где я буду? Скузьмин, где? Найс. Найс. Хотя нет, нормально. Ой, короче, вот это уярится снайперки, легче вот так впритык подбежать. Заметьте, что я очень быстро сдох. Ой, короче, ты вот это уворотливый такой. Умный такой, уворотливый такой. У нас так времени мало, а ты мне еще время тянешь. Так, хорошо. Здесь у нас могилки. Сколько годноты попадало?
Подождите, кажется, их не засчитывают, да, из-за убийства? Значит, я их зря трогаю. Так. О, нихера. Ну, это автомат, но мы автоматом вообще почти не пользуемся. Так, теперь мне нужно... Па-па-пам. Даже спасение животных. Блин, и животное нужно покормить. Там два даже их. Ой, давайте обратно побежим, как раз зайдем туда. Не, за них тоже засчитывается. По одному убивает не в кайф. Бежим. Уже 31. Хотя бы давайте еще 9 минут. Так, что есть? Там ничего нет. Бежим. О, туалетка. Туалетка есть. Так, патроны. Еще много. Блин, нужно... Не, не найду, навряд ли. Не важно, что я говорю. Важно, как я это говорю. Мы начинаем. Шериф дает 500 баксов за каждого убитого мясника. Король мясник очень недоволен тем, что нас не сделал. Так что... Вот ты ж ё... Вторая шахта. Замечу, что здесь ничего нету. А значит, что? Правильно, мы сюда еще вернемся. А ну-ка, если до конца бегом. Но здесь, походу, должна быть какая-то арена с боссами. Но здесь что-то ничего нету. Тут видно сразу несколько норок, откуда могут вылазить. И большая нора. А сверху, походу, там ничего такого нету. Значит, бежим. Спасаем животное. А там кто-то еще сдох. Этот пищу убиваем до конца. Сколько там еще? 13, 23. Что по инвентарю у нас? Еще 10 мест. О, тут даже часы есть. 5 минут. Ну, сейчас мы в центр города забежим, там будет нормально врагов. На улицу по окончании рабочего дня. Шифу только повод дай. И... Что, вообще никого? Что, всех перестрелял? Да не, ну не может быть такого. Так, приятель, на, кушать. Нихера себе. Сейчас вылезет такой здоровенный, да? Да. Все еще голодный, да? Может, скормить ему пару языков скаг? А, боже. Выстрели парочки скагов в рот и наберешь ему на шведский стол. Еще 10. Неплохое ограбление. Думаю, надо послать за тобой лучших. Ребята, за ними. Теперь тебе нужно припрятать деньги. Иначе парни шерифа от тебя не отстанут. Найди подходящее место и спрячь. А мои ребята их потом заберут. Не волнуйся. Когда это все закончится, я заплачу тебе больше, чем было в банке. Буду держать в курсе.
Ну. Ай, вот эти языки скаков. Да. Вот они, язычки. А могу в мертвого стрельнуть? Нет. Так, дело не работает. Куда спрятать? Брик. Раз закопали. Он сказал, я получу больше. Поэтому поверим ему на слово. Турель на поле боя! Она подумала, что это вынудило меня занять эту службу. Контракт с Гиперионом выполнен. Теперь у тебя есть право получить уникальное оружие. Вернись за своим вознаграждением. Ай-яй, я сейчас только сдохну немножко. Давай, давай, скак, шериф. Язык дали? Дали. О, еще язык, все. Далеко бежать? Не очень, ладно. Давай сюда тогда сначала. Закопаем. То их можно уже не убивать. Так, и последняя внутрь, да, туда? Ставлю турель. Ой, ладно, посрать, пускай дерутся. Быстрее, 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 пока время. Время осталось 2 минуты. О, базука! Так. У Брика всегда была склонность к драматизму. Когда он сбежал из тюрьмы, устроил целое шоу. Раздул все до небес. Клялся отомстить за то, что мы с Джеком якобы превратили его в бандита, когда убили его пса. Думаю, если покончить с тобой, все станет куда проще. Или я умру, или ты. Коротко и ясно. Дай мне знать, если еще работа нужна. Так, хорошо, дали. Винч вот. И, а, здесь и можно сразу задание сдать. Там мы уже япнули next level. Ни хрена себе поездочка. Сейчас отдадим язычки и закончим серию. В следующей серии я поздаю все задания. На, язычки будешь? Дукина. Старый разбойник уже слишком велик, чтобы спать в этой коробке для обуви. Отведи его в другую нору. Это снова Винкер. Если вам не нравится нахождение искателей хранилища, пожалуйста, явитесь к шерифу сами, пока не поздно. Иначе она... Вы что, херели? Давай, я бегу за тобой, где-то там. Побежали. А турелька молодец. А турелька молодец. Соглашусь. Только не останавливайся, пожалуйста, просто беги. А, ты сюда прибежал? Или ты или мы побежим туда, где я говорил за шахту, помните? С боссом.
может означать две вещи. Либо ты ищешь тихой и спокойной жизни, либо тебе предстоит близкое знакомство с моей лестницей. Учитывая, как тут скучно, я надеюсь на второй вариант. Добро пожаловать в Линчвуд. А, ребят, я так подумал, давайте, наверное, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.